Генеральная прокуратура, по нашей информации, имеет ряд других эпизодов правонарушений со стороны Новинского. Мы предлагаем передать в комплексе эти документы, а не только эпизод с подозрением в похищении одного из иерархов Украинской Православной Церкви. Поэтому нужно, чтобы обвинения базировались на фактах, доказательствах, а не только лишь на показаниях потерпевшего. Этого недостаточно. При этом ни меня, ни члена народной фракции «Народный фронт» сложно заподозрить в позитивном отношении господину Новинскому. Члены регламентского комитета опасаются, что если дать согласие на привлечение Новинского к ответственности без должных на то оснований, то это закончится как дело Мосийчука, полным провалом Генеральной прокуратуры, оправданием Новинского и только усилением оппозиции.